Это мы на шлюзе находимся, 1 июня. Штанишки-то запачкала водой-то. Гликерия, смотри, не утони. Алёна, да хватит цветов рвать-то тебе. Вот посмотрите где. Это Володя тут раз закрепил. Вот какой уровень воды поднялся. И вода там просачивается немножко. Видно она. Просачивается. Ну и тут она подтекает. Вот надо опять бульдозер нанимать. Видите, как в деревне все. Вот этого крыла не было, когда воду не поднимали, вообще не было. Это сухой лог был, вот это вот. А тут бобры. Столько хаток было, я не знаю, где они у них. Унести это не могло. Вот так. Это наши гости сегодня нас. Не упади, Гликерия, смотри. Вон там деревья. Это мы сейчас ездили туда, Рыжковский пруд. Рыжковский или Северный. Вот сколько здесь дерева забито было. Это клен. И нынче бульдозер придется нанимать опять. Какая огромная яма. Ну ничего. Это Новозоринский околок. Там отец наш караулил. Строения были, все, колхоз работал, зерно хранили, ничего нету. Все хорошо, все превратилось в торговые точки. Только торгуют, торгуют, торгуют. И это так не государство не может жить. 21 тысяча сел полностью разрушены. И никому дела нету. Вот видишь как. Ты первый раз, наверное, в деревне-то? Да. Ну, давай, играй. Тут бегай. Цветочки есть. Вон она где. Смотри, Гликерия-то где. Вот они как. Это Потеряевки мы находимся. А вон на той стороне, видно там, где мы ехали, столбы стоят. Тоже вот первый раз приехал на за рулем, на машине везла. Очень хорошо вела машину, я доволен. Осторожно и быстро. Почти всю дорогу 100 километров. Многих машин обогнали. А когда мы на «Газели» ездили, мы только, кажется, в Армении обогнали. Там на «Осле» везли дрова. Для нас это было чудо. Облака какие здесь. Вот. Это все наяву. Все это видать. Чайки летят. Вот я нынче 2000 рублей пожертвовал, чтобы купили мальков. Ну, какие есть, килограмм сколько там, штук 5. И запустили сюда, на Рыжковский и на лагерный пруд, лагерный Камогориха. Сейчас надо будет толковать, как искать и дальше. Сходи, посмотри за ними, Лена. Купаться хотят? Нет, ну, холодно еще, наверное. Ребятишки сейчас тут, девчонки бегают. Эх, какое раздолье тут. За цветами бегают. Пусть побегает. Пусть кукушечка свое откукует. Вот они. Старые одуванчики берут, сдувают с них. Что-то загадывает, бывает. Забот никаких нет. А дальше навалится. Не до этого будет. Все как в одном дне. Ох. Ну еще, все, будем собираться, поехали дальше. Поехали. Вот сюда можно ходить купаться. Далековато, конечно, будете там купаться, на лагерном. Мы туда можем проехать.
Это везде пронырнет. Ты что там гудит так? Обязательно поезд идет. Гу-гу-гу-гу. Бульдозер нанимает. 30 тысяч с лишним только за подвозку, отвозку. Просто так и глитерия нет, она на верхнюю забралась. Хотя можно было под низом нагнуться только и проскочить.